Администрация Твери продолжает проект «Город изнутри», в рамках которого тверичане знакомятся с различными предприятиями. У горожан появляется уникальная возможность попасть туда, куда обычно посторонним вход воспрещен. Очередная экскурсия прошла в одной из самых крупных компаний региона, производящих электротехническую продукцию. Регулярно администрация города Твери проводит экскурсии на предприятия региона. Сначала участниками были только муниципальные, затем подключились и частные организации. Так у тверичан появилась уникальная возможность изнутри увидеть работу ТЭЦ-3, горзеленстроя и кофеобжарочного завода. Проект очень интересный, потому что школьники стремятся же уехать куда-то, кто в Питер, кто в Москву. А в городе есть замечательное предприятие, можно работать с нашим выпускником. Проект помогает и в профессиональной ориентации молодежи, и в общем информировании людей о том, как функционирует город. Зачастую тверичане не знают, какие предприятия работают в Твери, или обладают лишь обрывочной информацией. Давно мечтал побывать на этом производстве, я предполагал, точнее знаю, что оно очень большое, но не предполагал, что оно именно таких масштабов. Столько занимает площади, столько производит продукции, и очень удивился, что на территории ДКС есть роботизированный склад. Производство компании действительно огромное, и в рамках одной экскурсии горожане смогли посмотреть только несколько цехов. Причем самое интересное оставили на потом. В рамках проекта «Город изнутри» планируется провести целую серию экскурсий. Нам очень нравится проект «Город изнутри». Он позволяет жителям города посмотреть, какие здесь предприятия, познакомиться с тем, как функционирует город. Это то, где работают, собственно говоря, наши земляки. Поэтому пригласили сюда жителей города. Планируется, что следующим предприятием, на котором пройдет экскурсия в рамках проекта администрации Твери, станет полиграфический комплекс. Вся информация о записи будет размещена в официальных группах администрации Твери в социальных сетях.